всего лишь 100 лет назад наши мужчины, это наши прадеды, прапрадедушки, несли на себе такую какую-то непонятную сегодня ношу, какой-то кодекс существовал, мужской, офицерский кодекс чести был, который сегодня ни в одном из пунктов как бы не читается как какая-то осмысленная информация. Это было рядом совсем, вот прямо со 100 лет назад, но это выкорчевано совсем. Говорить о том, что наш прапрадед мог искренне и серьезно говорить о том, что он душу отдает Богу, сердце женщине, долг родине. Дальше шла речь о чести. Вообще слово непонятным сегодня.